смотрю за стекла. 20 минут. Thank you.
круто, да? Да, ну, конечно. Ну, сделали, да, у нас. Нигде такого нет, по России советские сделали. Что сделали? Такой прям? Не, ну, наверное, как и поменьше, конечно. Что делать? Это и все. Вообще всю область строит, кроме восточной части. Меня Акимовна плюется, говорит, задолбала, говорит. Пол города перекрыли с этими стройками. Восточная часть, да, ты что, телефон сделал, бусик делал, совет. Нет, советский, не было, это вообще забытым Бога нет. Я имею в виду советский там надо ли будет делать, что? Потому что этот мост перенесли из Губки, а там будет только пешеходная зона для них. Они выиграли тендер, советский выиграл тендер на постройку набережной. Да, но еще в связи с тем, что там закрывают, там не будет теперь машины, не будет ездить через Луизу. Вот там будет только пешеходная зона. И что, эти темные цвета? Чтобы красиво было, набережные. Ну да, ну я говорю, что там тоже будут делать. Как бы они выиграли, Светлогорск выиграл, они выиграли, Елец выиграл, вот у них у всех будут делать. Все, ну уйду вообще. Здравствуйте, мы писали. Праздничные. Да. Ого, смотри, какой там вот ты разошелся. Музыки, да, вообще не слышно. Хотя, когда музыку слушаешь, да, вот это сразу. Да. Капельки такие, тут, да? Вот дети резвятся, офигеть. Давай, Таня, от тебя. Это что за маленькая девочка? Пошла тапочки стирать. О! На этом все. Ты там под землей. Ага, все, конечно. Не, прикольно, конечно, да. Ну что, сейчас Татьяна Александровна придет и будет дома, будет тапочки стирать. Не успела купить. Надо было в шлёпках идти. Я вообще не запитываю, зачем ты белую купила? Сейчас все в белую ходят. И что? Если все будут досуком ходить. Нет, а ходить? Мне нравится вот этот образ. Белая кофточка, белые эти, и это юбка. А что ты теперь плачешься? Плачу. Спасибо, надо было одеть. Надо было. У меня, кстати, ездит бассейн. Это стопанул. Все, мне, короче, надоело снимать. Чуть-чуть в разные стороны вода. Ага. Ой, извини. И все такие чуть мокрые. Там люди стоят, вообще, наверное, кайфуют. Thank you.
как люди. Знаешь, я люблю Калининград. Слышь песню? Из Калининграда. Я ничего не слышу, я только воду слышу. И людей. Девушка поет. Последняя песня, я понимаю. Не, ну конечно вечером прикольно, да, вот оно светится все. Да он взрослый же во всем. Да, все. Доброе что ли? Программы. Где мы чай все походит с тонком разводим. Ну а что, по кайфу побегать? Кто-то тут сверху снимал, в Ютубе есть видео, прям как эти кружки, прям видно. Извините, я тебя на дерево не смогу посмотреть. Да, даже себе на кружке не могу. Не можешь. Сейчас я услышала слово Калининград. Все,